Итак, друзья, закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Ford Focus. Видите, двери проклеены у нас. Внешняя сторона, это материал привез сам автовладелец. Также частично мы проклеили этим же материалом пол. А остальные желтые, видите, это уже наш материал. Также проклеили крышу первым слоем вибропласта. По правую сторону двери проклеили вторым слоем. Также проклеили пол в багажнике. Все тщательно прокатали валиком. Задние арки, крылья. То есть максимально все обработали. Смотрим дальше.